Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, двигатель 2.5 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 218 тысяч километров. Заменю на нем заднюю крестовину заднего кардана. Хозяин говорит, начало звенеть, залез под машину, подергал кардан, говорит, чувствуется, как она простукивает. Заказали крестовину, не оригинальную, фирмы GMB. Сейчас поднимаю автомобиль, откручиваю карданный вал и снимаем его. Поднял автомобиль. Ну, конечно, да, крестовина. Две чашки разбиты. Снимаем. Снимаем кардан, откручиваем 4 болта и откручиваем, а ее надо снимать целиком. Ее нужно вал снимать целиком, чтобы вот это не разъединять. Сочленение. Хотя можно поставить метку и стянуть пыльник, но я этого делать не буду. Откручиваю подвесной и откручиваю кардан от раздатки. Ставлю метки для себя. Белым маркером и также сзади. Болт нарисовал. Этого достаточно. Хода большие, здесь место позволяет. Откручу пистолетом. Головка на 17, болт на 19, 19, болт на 21. И все. У нас остается только открутить подвесной подшипник. Придерживаю кардан. И больше ничего дополнительного демонтировать не надо, для того, чтобы кардан убрать. Thank you.
гайки до конца не снимаю, потому что на подвесном прорези сейчас снимаю его сзади и стаскиваю назад. Вроде бы он вот и все. Ну что, снимаю с топора. Снимаю колпачок. Потом я его еще использую, откручиваю. Отвотницу. Так, отвотницу стопор открутить не дает. Надо расшевеливать. Топора снял. Ну и что, попробую на месте разобрать.
Иголки не высыпались, но сухие. О, отлично. Достаточно на этой крестовине. Здесь нет иголок ни одной. Достаточно одну сторону продавить, вторая сторона выскакивает. Для чего вот эту пометку сделал? Чтобы потом эту вилку мне также установить на место. Ладно, пробую. И эту на месте продавить. Хотя на месте зачем? Она мне не нужна на месте. Здесь мне площадь не позволит сделать. Будет упираться неравномерно. Надо подкладывать. А чтобы не подкладывать, пойду в прессе выдавлю. Головка на 27. Чашка в нее померил. Отлично встает. Чашка плотно сидит. Ну, здесь еще смазка присутствует. Синяя. Синяя — это моя быстрее всего. Я шприцевал, часть крестовины прошприцевалась, а часть получается нет. Так. Ну, здесь черная, но все равно еще смазка присутствовала. Берем новую крестовину. Новая крестовина фирмы GMB. ГУМС 16. В комплекте идет таводница. Крестовина и стопора. Здесь хорошо продумано. Сразу стопор идет под таводницу. Три обычных и один вот такой вот. Так, это убрать крестовину. Маленько почищу. С внутренней стороны грязь щеткой по металлу почистил. Также тряпкой протер, чтобы чистая была вилочка. И под стопор место посадочное тоже почистил. Беру силиконовую смазку. Беру крестовину. И заводим. Так вот, сразу мы ее с двух сторон вместе поддавим.
Теперь мы что делаем? Мы устанавливаем этот стопор на место. Все, стопор у нас сидит. Теперь берем, поддавливаем. Все, у нас дошло до стопора, дальше не даем. Теперь устанавливаем этот стопор. Берем, сжимаем и заводим его в паз. Все, стопор сидит на месте. Таботницу пока не вкручиваю, вкручу после того, как запрессую вот эту сторону. Крестовина ходит мягенько, не зажата. Идем устанавливаем на кардан. Хотя, что я буду мучиться? Я сейчас кардан принесу, и мы кардан здесь на месте и запрессуем. Вилку на кардане я также почистил, смазываю ее. Единственное, кардан неудобно одному держать, прижимаю его в ногах. Снимаю одну чашку. Снимаю обе чашки. Сюда не хочет заходить. Выставляем. Ставим стопор. Разворачиваем и допрессовываем вторую сторону. Все. Вторая сторона до стопора у нас дошла.
и устанавливаем второй стопор. Все, все стопора сидят на месте, крестовина что так ходит. Теперь нам остается только повернуть, закрутить на место тавотницу. Беру новую тавотницу из комплекта, наживил и закручиваю. Подтянули, но не перетягиваем, чтобы не сломать. Ну и раз новую поставил, я ее возьму сразу, прошприцую. И остальные крестовины тоже. Опора, то есть пыльник на шар, пыльник на крестовине надулся, здесь пыльники надулись. Все. Ну и закрываю защитным колпачком, чтобы грязью не набивалась крестовина. Ну, здесь хорошо, здесь со всех смазка выступила. Закрываю. Здесь тоже по всем чашкам смазка выступила. Все. Крестовины рабочие. Но видно было, сколько я закачал в новую крестовину. Там 2-3 раза качнул. А здесь пришлось раз по 5-6 качнуть. Смазки в крестовинах уже было мало. Поэтому, ну, трудного ничего нету. Но каждые 20 тысяч, мое мнение, можно шприцевать, и крестовины будут ходить и ходить и ходить. Иду устанавливаю на место, а также прошприцую еще и попутно передний кардан. Повернул фланец вниз меткой. Кардан тоже сейчас вниз меткой ставлю. Thank you.
Все получается, направляющие на подвесном подшипнике завел. Теперь выставляем и наживляем заднюю часть кардана. Наживил. Теперь остается только протянуть сзади. Также наживляю спереди. Я там ни одной гайки не наживил, только вставил. Здесь одна шпилька идет забита в жесткую. Затягиваем сначала переднюю часть кардана, потом затягиваем подвесной и затягиваем заднюю часть. Подтяну пистолетом. Ну и все. Дотягиваю рукой и на этом замену крестовины задней карданного вала я закончил. Люфтов никаких на крестовине нету. Все отлично, все замечательно. На этом все. Всего вам доброго.